Привет, друзья, с вами Турбан и Марик. Всем привет. И мы начинаем прохождение Call of Duty, вторая мировая. Так. Ну что, говорят, вроде неплохая компания здесь. Вроде как неплохая. Вот мы решили проверить ее. Угу. Да. За пультом Марчелло Мастрояни. А я буду комментировать, наблюдать за этим делом. Как-то так. Ну, попросился парнишка поиграть. Что ж я теперь могу поделать? Погнали? Да. Погнали. А, новобранца берем. Ну, давай, на Джуси играем, поэтому сначала возьмем новобранца. Да. А там, по ходу, уже посмотрим, может, поднимем. Нацистская военная машина с невероятной жестокостью обрушилась на Западную Европу, поставив ее на грань гибели. В этот темный час мы должны собраться с силами, чтобы дать отпор агрессии. Уничтожение нацизма станет нашим тяжелейшим испытанием в истории, но с помощью наших союзников мы обязаны справиться с ним и победить. This day we set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and cruel. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Начинается, да? Все начинается. Сегодня 6 июня 44-го. Если бы ты только видел это. Мы где-то на побережье лягушатников, я даже название места не знаю. Мы хотим отбить Францию у фрицев. Но пока мы только ждем. И он просит у меня часы, а я думаю... Нахрена тебе мои часы? Ты же долбанный капитан футбольной команды. В учебке я завел друзей, и сейчас мы все на корабле. Все напуганы до смерти, но виду не подают. Цусмана я сначала ненавидел, а теперь он, пожалуй, мой лучший друг во всем мире. Вечно попадает в неприятности. Если бы не шла война, он бы попытался ее начать. Ну, и мне нужно беречь пальцы, чтобы сделать снимок года. Стайлс после войны хочет быть фотографом в журнале Life. Он похож на Кларка Кента, но только когда снимает очки, то не видит просто ни шиша. А Елла ветеран. Но если честно, то мама бы назвала его деревенщиной. А, давай повысим ставки. Архангел, святой Михаил, спасает меня с Касерина. Цусман, 3 раза за 10 секунд, и он твой. Ну, не знаю. Всегда можешь струсить. Я ставлю на Цусмана. Ладно, попробую. Больно смотреть. Просто засеки время. Рассказываю дальше. Мы с парнями завалились на покерную партию в гости к футбольной команде. Они сигналами показывали мне руки всех игроков. Вы бы видели лицо этого квотербека, когда я сорвал банк. Готовы? Mm-hmm. Запомните, не стоит воровать у вора. Все. Нормально. Злости Аела хватило бы на двоих. Мать говорила не верить евреям. Ночью она говорила другое. О нетерпимости на шестерых. Кому нужен этот образок? Тебе был нужен. А, найду себе и получше. Настоящий трофей. Удачи тебе. Ой, сбор в 6 часов, мы опоздаем.
Все будет в порядке, Дэниелс. Не волнуйся. Сбор сейчас начнется, а вы чем заняты? И есть сержант Пирсон. Он просто душка. Думаете, вы особенные? Краут и вас на обед сожрут. Только не нас, сержант. Нас так не слопать. Придержи язык, Цусман. За мной. Раз уж у меня пошла полоса удачи, держись тогда ко мне поближе. Нормандия, потом Рейн. Мы сможем, Дэниелс. Ну что, все, наконец? Нет, опять? Нет. Сегодня вместе с союзниками мы начинаем операцию беспрецедентной важности. Мы создадим плацдарм в Нормандии, чтобы прервать распространение немецкой агрессии, вот уже 5 лет наводящей ужас на Европу. Мы — последнее, что отделяет мир от тьмы. Это не просто наш шанс героически проявить себя. Мы победим, и наш триумф навеки запомнит благодарный нам мир во множестве поколений. Я говорю о славе, господа. О славе! Говорить полковник Дэвис умеет. Его речь напомнила мне ту, что толкнул наш тренер Джонсон перед игрой против Остина. Помнишь? Мы проиграли с разрывом 42 очка. Лейтенант Тернер всегда следит за Пирсоном. Держит его на поводке. Но если Пирсон сорвется, нам всем достанется. С тех пор, как я впервые взял в руки ружье, я хотел быть как ты, Пол. Угнаться за тобой будет нелегко. Но я попробую, черт возьми. Сейчас или никогда. Эй, вот бы меня такая дома ждала. Погоди, попадем в Париж. До него еще далеко. Помните, на берегу не сидим, надо продвигаться. Держитесь по одному и не высовывайтесь. Делайте как в учебке и будете целы. Я с гордостью поведу вас в бой. Всегда и везде. Задайте им жару! Пляж ведь должен быть зачищен, да? Ты испугался, рядовой? Нет, сэр. А должен быть. Должен был испугаться, да? Да. Огонь есть? Конечно. На, зажигалочку. Чё? Ничего. Понеслась! Ой, крошило понеслось! Жестко, жестко, жестко. Быстрее на берег. Укрытие. Ой-ой-ой. Жестко. Нам надо отступать. Чеф, выполняем задачу. Иди нас на берег. Мы заблудили. Не вижу ориентира. Ты слышал приказ. Вперед. Заблудили. Где? Куда? Заблудили. Нам везет. Нам везет. Нам не понадобится. Вот, не везет он. Мы попали опять. Да. Мы везунчики. Это легко как. Черт побери! Уже 200 ярдов! 200? План тот же! К награждению! Капитан, цель! Бангалор к проволоке! Быстро! Давай, ладно. Какой бангалор? В атаку! Бросить трап! Ай! Здесь нет укрытий! Это приказ! Сбрасывай трап! Ай! Жестко! Вот тогда! Жестко, жестко! Офигеть! Ничего себе ему! Ой, жесть! Ой, покрошила какая! Да! Прыгай! И... Пригните, идем вперед! Надо, короче, берег, быстрее пройти берег, потому что видел у них пулеметы.
сверху красят пулеметы. Давай, давай, под укрытие куда-нибудь. Бери Бангалоры к награждению! Нам нужен путь бункера! Кого? Бангалор? Да. Какой Бангалор? Не знаю. Тебя этого и учили! Живо бери Бангалор! Где он? Что это такое? Палка-выручалка какая-то. Болганор. Бангалор. Болганор. Да, сэр! Жестко, жестко, везде кровище. Да? Давай. О, боже. Да все, не смотри уже. Все, ему не помочь. Да. Жалко. Давай, давай, давай. От укрытия к укрытию. Быстрее к Шерману, к Шерману. А, это Шерман? Да, по-моему, да. Ой. Да понял я. Надо обследовать территорию, где, куда... А, туда, туда. Куда ты встал, ты высунулся. Бежи! Бежать быстрее, так, прячься. Так, отлично. Налево, нет, видишь, дым, налево? Дым, ничего не видно. Марёк, налево, Марёк. Налево, думаю? Видишь, вон, да, звезда. Ой! Давай, вот вон сначала к тому укрытию. Не, погоди, подожду, пока посыл пойдет. Сейчас начнётся. Да. Вроде бы... Кто побежал, того покосило уже. Ага. Камон, камон, вот падай, я падай, барон. Все, нормально. Здорово, братан, ты как тут? Как сам? СГТ Пхан. Пхан. Вернер. Так. Ну, отстрелялись. Ты долго лежал, Марек. Я не знаю, куда идти и куда. Ну, вот стрела же показывает. Ну, налево, налево стрела показывает тебе. Понял я. А, сюда надо. Ну да. Понял, надо как-то туда пробраться. Бежать надо. Куда ж ты под обстрел-то под самый бежишь? Нормально. Я понял. Бангалор не донесешь же. Донесу, донесу. Не сомневайся, так. Это вообще обстрел какой массированный. Ну давай еще, пошел. Пошел, пошел, давай его, красавчик. Все, Бангалор у нас. Так нет, фу, ты принесли Бангалор вам. Взрывай Бангалор! Хорошо. Идем к бункеру. И... Ай, нянчик. Соберись. Дергай, дергай. Отходи, отходи. А для чего только это было? Чтобы проволоку, что ли, взорвать? Да-да-да, чтобы ее взорвать. Ну, что-то как-то... Ой-ой-ой, падай, 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 Марёк, падай. Да пулемет начнет крошить. Так, тут немцы, первые немцы. Давай, давай, ты как его можешь попасть. Стреляет. А все, про все нету? Вон, есть же немец. О. О, нормально, снял ты его. Ага. Да вы хватит по нашим стрелять. Ну все, уже присядь хоть немножко. Вот, все. Может, возьмешь автомат? Это там пестик, да? Возьми у меня автомат. Пестик. Можно ее поменять на автоматик. Понадобится нам, наверное. Блин, я не знаю, куда идти и что делать. Давай, давай, кому? Надо обследовать. В окопы куда, куда, в окопы куда? А, наверное, сюда надо. О, немцы. Ну так ты чё им по бубенчикам-то, ну как так жестоко, Марь? Лучше в голову. Ну, им мозги еще нужны, нужны. А насчет остального я ничего не знаю, как надо перезарядить. Кому нужны мозги? А, это? Это никому. Давай, давай, вот автомат еще. Не буду. ППШ хороший. Твоя рана выглядит паршиво. Вот, держи! О, отлично, нам водка, спасибо, да, водка. Как... Аптечка лечения, окей. Хорошо, что быстро можно... О, как ты его. За мной! Стрелять надо. Вперед! Кузман, ты давай тут это особо не рвись. Бой. И зарядка, Марь. И зарядка. А, да, давай. Спасибо, что напомнил. Попасть бы по нему. Янтарь взял бы. Попал бы. О. Все, готов? Неа, он еще это живой.
Вот, попал, каску снёс. Другое дело. Спокойно. Идем вперед. О, что это? Пока. Да куда пока? Ты снарядов тратишь очень много. Много тут? Аптека, аптека, аптека. Где? Вот она справа. Где? Вот аптека. О, да. Казалось. Дальше, дальше. Все динамично, надо проходить быстрее берег. Крошим, крошим. Гранаты нет никакой у тебя. Завалялась? Я не знаю. Вон 4, вон есть 4-4. А как их кидать? А как их кидать, я ну, не потыкай, знаю. Потыкай в разные, попробуй. Сейчас, надо стрелять, блин. Все, нет, ничего. Вон, 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 спереди, спереди, типок. Минус. И этот минус. Все нормально. О. О, где? Что там стоит? Дай нам аптечку. Аптечку еще дай одну. Жадина. Все, все ладно. Жадина, о, значит. О, что, что? Возьму пулемет, поменяю, чтобы был. Думаешь? Чтоб хоть немного было. Так, тихо-тихо, во, молоток. Спокойно. О, смотри, нормально, это они бросили, нет? Ай. Гранату, да. Гранату. Да-да-да. Красным цветом. Наши или они? Не, наши, наверное. Полетели, смотри, самолеты. Видел? Это они, подмога, наверное... типа, наверное, знак, да? Да, значок, что надо сюда кинуть бомбочку. Давай, давай, кроши, кроши, Валька. Старайся в голову. Всё. Ну или хотя бы в тело, а ты всё по ногам лупишь. А чё? Вот так? Ну типа того, ну. Да. А ну-ка. О, как. Живо! Что, мы? Ай, ну ладно, ладно. Я бы дома чаёк лучше пил. И пил. А блин, я случайно на какую-то кнопку нажал. Вспоминай. Я не знаю какую, я просто потыкал какую-то. Тут 6 штук, май. 8. Нормально. Возьми, возьми лучше автомат. Наверное. В ближнем бою все ППШ получится. Или ад, пошатину. Кроши, 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 кроши второго. Отлично. Немцев убил немного. Ой, ты прям ворвался жестко в бункер. Дай а? Аптечку. Спасибо, спасибо, брат. Я. О! Там, там, гранат, вон туда лучше гранату закинь. Откуда там кто-то есть? А! Усти стоишь в проходе, там сзади сейчас стрелять будут. Че, а никто стрелять? Вон, вон, вон там же, вот, вот он, да, прыгает. Что ты? О, ничего, что ты его? Молодец. Вырубил с локтя? Да. Бункер чист. Окей. Подлататься не хочешь? Не, пока нормально. Спасибо, я в порядке. Хм. Окей, а это что? А, да нет, это показалось. Ничего. Показалось, я думаю, подсвечивается. Нет. Откуда у меня столько патронов, что на это? Ну, перезарядись, во-первых, перезарядись, во-первых. Ого. Почему сразу не перезаряжаешься, Марёк? Нормально, присядьте, возьми гранаты и спрячься. Ты не под, не под обстрелом. Дымовую? А как дымовую кинуть? Не знаю. Как? Попробуй верхнюю. Левая или правая какая? Верхнюю, левую, правую? Ну, одна из них, наверное, дымовая, другая, может, попробуй. Что это? Я какую, да, наверное, кинул? Дымовая. Это дымовая, да? Да, дымовая, все. А, вперед. Понял. Да не надо проходить туда в укрытие, наверное, я думаю. Тут прям на простреле встал. Смотри, там строчит пулемет. Ням-ням-ням-ням. Ой, как ты медленно. Да блин, да вышел, вы что, да, вышел, да. Он мешает мне. Да ну куда ты прям под. Ты вообще какой-то неумираемый типок. Все, хана всем. Граната. Все, тебе хана, мать. Я думал, она меня не заденет. Ну, красным горит, значит. Вас убила граната, я обращаюсь. Но... Марь, поаккуратнее играй. Граната всем нужны. Давай, решай, что ты там. Да, я... Они строчат, им вообще без разницы, твоя домовуха. Они я строчат знаю, и строчат. Где они? Они где... О, убил одного. Убил прям? Да. Сейчас стрелять опять будут?
О, вставил его. О, ты нормально ты. Слепую двоих пулеметчиков снял. Давай, заходи, что ты. Ой, не, я заходить туда не буду. Не-не-не. Хотя... Смотри, как он в сукруте, да, стреляет? Ага, читер. Давай, вылезай. Вылезай, давай, я тебя жду. Вон справа? Да. Колено ему, на. Отлично. Вылезай. О, все, норм, норм, норм. Зачистил. Дай аптечку. Давай аптечку, тебе много их. Дай аптечку. Не жадничай. О. Спасибо. Перезарядочка. О, спасибо, что напомнил. Ничего нету. Наверное, надо идти дальше, я думаю. Ну, зачистить бункер надо. Сейчас скажу тебе, куда идти. Кто-то автомат-то возьми уже. А, давай. О, все. Вот, все делов-то. Вот откуда вас там столько много тут? Не, ну так я уже это воспользуюсь. Нормально. Отлично. Ой, немец. Долго-долго-долго целимся, Марёк, долго. Так, сейчас перезаряжаемся. Будет. Автомат тоже у тебя не был перезаряжен. А что за кружок, что за кружок? Где, что где, где? На столе. А, наверное, перевернуть можно стол. Типа, и спрятаться, но я не уверен. Да-да-да, типа укрытие, скорее всего, наверное. Ну что ты будешь прятаться долго? Сусман, он тебе все... Сусмана валят! Всё-всё-всё! Что ты творишь? О, как мы? Сусмана, смотри, сколько жизни Сусмана. Ты у него забрал, что ли, аптечки все? Из-за этого? Он штампует их там, наверное. Да нет, он тебе свои, наверное, отдал. По-братски. Ага, ну да. Не будешь использовать аптечку? Давай. Далеко, далеко. Мимо. Убил кого-то, по-моему. Нет, ты автомат убил, по-моему, никого. Думаешь? А может там кто и был? Ну, не знаю. Ну, вот это может и... Ну, может и они, но я не уверен. Так, куда идти? Это не точно, да. Что это? А, нет. Нет, а нет. Ничего. Ох ты, как там? Огнемет. Ай, это что в меня прям? Вообще мне повезло. Что, возьмешь огнем или гранату кинем туда? Гранату кинуть. Ну убежишь. Ну что, захватчик? Ты какую? Дымовуху? Нет, не дымовуху. Зачем? Я случайно. Обалдеть, только каски вылетели отсюда. Опа, ты видел гранатомет? Видел. А чё, шмальнул бы. Давай туда. Давай гранат кинуть. Так гранатометом шмальнул бы, Марь. Сейчас по приколу было. Сами с гранаты, что всё, поляк. Да не ты, не факт. Окей. Нормально идёт, пока неплохо. Ага. Чё, добавить сложность? Не. А чё, ты нормально идёшь вроде? Да не. Мало ли, что ещё дальше будет. А, я испугался. Дальше и посмотришь. Никого нету, все чисто. Надо идти дальше. Куда он? Ух ты, попадут. Попадут, смотри за хпшками, не забывай. А что это? Он... Патроны бери, здоровье подлечи. Отлично. У тебя 4 аптечки, возьми одну, используй. У меня бесконечная аптечка, да, так сказать. Конечно. А да. Ну куда ты встал, на простреле-то? Ничего, все он кинул. Ничего, нормально, да. Я понял, что надо брать. Ишка. Это они косенькие, что ли? Ну это немцы. У них всегда так. Да ладно ты. Вылезай давай. Ну и так. Нормально. О, хорошо ты это как ты ему дал? Прикладом, да? Ага. Перезарядка. Что? Перезарядка. А, давай. Чисто. Я скрытый. Ты куда идти? Супер стелс. Посмотри цель. Отлично. Что? Наш. Чёрно. Спокойно. Спокуха, только спокуха. Ну чё, ты боишься? Он говорит, кинь туда гранату. Смотри, быстрее, сейчас овали же наши. Ну что, хлопать. Блин, его. Не успел. Убил. Жалко. Наверное, может просто выбрать. Я тебе сейчас. Ну все, давай.
На тебе в поп. Опа, ну слушай, ты его не видел, ты случайно. Да, я случайно. Перезарядка. Давай. Напоминаешь мне, спасибо. Да красным горит, ты видишь? Ой, долго ты целишься, да? Давай, вот, ты какую кинул, по-моему, ты... Оба-на, минус. Да, все, нет никого. Остался один, да. Нет, стоять, не убежишь. Так, 4 бункера зачищены, да? А почему мы сдаем? Нормально так. Да понял я. Нормально так, нас двоих отправили на... чтобы убить 8 немцев или больше. Прикольно. Ладно, Цусман, еще один. А, не выскакивай сразу так, как на это. Граната, да уходи, уходи, граната, убегай. Все, сейчас взорвется, Цусман. И чё ж это живучий, а? Ну вообще им пофиг, учитель. Марька, ты прям так встаёшь, как это, как Рэмбо, первая кровь, блин. А чё, нормально. Я, он и есть. Я есть Рэмбо. Сейчас поставлю тебе сложнее уровень тогда. Нет! Вверх, вверх, Марь, вверх. Нормально, ну, вообще, хоть что тут раздавал. Никого нету. Так, там возьми лучше автомат, Марь. Покроши их просто. Салат. Жёстко. Да. Возьми, Марь. Что? Антомат возьми. Антомат? Да. У меня есть много. Давай, идем. Ну давай. Цусман, давай. Смотри, готовь гранату. Опа, на! Хувик-то. Нехило тебя тут подкараулили. Давай, жамкой. Он как нал. Я, братан, Цусман его увольнёт. О, нет! Блин, чёрт, и сейчас какой... тебя ещё... Нет! Ай-яй-яй! Нет, Цусман! На тебе, гадёныш! Цусману кирдык! Что-что ты? Давай-давай-давай! Вырубил! На тебе! За нашего друга! Что там с Цусманом-то? Живой! Кровище! Ну, дружище, не могу встать. Черт! Вытащи меня отсюда. Держись, мы тебя вытащим. Давай, быстренько давай. Можем, мы это сделаем. Да-да-да. Фига себе, как далеко надо в какой-то обход как-то, Марь. В открытую я не думаю, что его тащить. Аптечку надо. Давай, используй аптечку. А вон валяется еще один раненый. Ай, ладно, пусть валяется. Может, он просто притворился? Не знаю. Надо найти укрытие! Да-да, быстрее в укрытие. Лучше, лучше, лучше. На тебе. Ай, блин. Ай-яй-яй, меня как. Все чисто, пошли! И это, по-твоему, чисто! Пойдет, пойдет, жив еще, нормально. Сейчас подлатаю тебя. Вы ранен, нажмите, чтобы использовать аптечку. Ты же уже все использовал. Ну ты ранен, конечно, да, у тебя не нормально. Я это... Отбивать, да сколько вас тут? Не поднимай голову! Ты убил их? Они все лезут! Тумана прям выходит. А ты как-то глушишь странно. Осторожно! Они так не могут умирать. О, готов, пошли! Ты им в ногу стреляешь, они умирают. А я не знаю. Моментально, так не должно быть. Надо посложнее поставить. Давай живее! Поставим. Я с тобой! Если можно это сделать. Да по-любому можно. Уходи вперед или куда-то! Да, о, нифига ты как смог. Можем спуститься здесь! Тащи его! О, контрольная точка. Вот так! Это хорошо, что контрольная. Да, оба-на! Оба-на! Ага. Видишь, это не нормально. С пистолета. Не дергайся! Нет, поверь, это нормально. А они вот какие-то странные. Они тебя не могут так быстро. Не-не, надо побольше. Нет, Эдемон такой же будет. Эдемон такой же будет. Чуть-чуть класснее. Ой, надо хоть чуть-чуть сделать. Пошел, пошел!
Давай, прикрывай нас, прикрывай. Я стрелять хотел. Под прикрытием идем, давай. Держись. Врача! Мне нужен морфий. Морфий надо ему. Обезболивающий. Хобана. Сейчас вырубится. Только не умирай. Девочки в Париже ждут нас. Правда? Конечно. Дай взглянуть на твою девушку. Да ты шутишь? Ладно, я ни черта не вижу. Я только отдохну чуток. Нет, не закрывай глаза. Эй! Дэниелс! Я здесь. Помоги. Кто-нибудь, приведите сюда врача! Да. Я здесь, иди! Жестко у него там. Ага. Ты видел какой? Ты пойдешь со мной, Дэниелс. Слушайте, у фермерского дома стоит орудие GPS. Оно бьет по берегу. Вперед! Орудие GPS надо уничтожить, да? GPS или GPS? Орудие GPS. GPR, да? GPS, по-моему. Лев? GPS там стоял. Бьет, короче, дай по берегу. Дай патрона. Нет. Я про тебя не забыл. Спасибо. Тащитесь, как черепахи! А тут у нас какой-то шпион работает. Вот ты. Нет, ты не шпион. Живее! Они разносят побережье в клочья! Какое укрытие, я вперед иду. Да ты смотри, осторожно. Так, Пань, вперед. Винтовку. Винтовочка, да, это хорошо. Нормально. Отлично просто. Да гуд. Давай, нормально у тебя похпунделим. Давай, перебегай в какую-нибудь точку. Думаешь? Да по-любому. Что-то я сомневаюсь, что это хорошая идея. Полюбасу. О, там еще один снайпер опять лег. Осторожно. Я скрытный. Меня никто не заметит. Блин. Ой-ой-ой. Не, я аптечку делаю. Ну да, рисковать не стоит. Она тем более все-то, по-моему, не вылечивает одна, да? Ну все нет, но она много вылечивает. Как я его так снял-то? Понял сам. Читер. Я не читер, может гранату кинуть им. Ну ты не знаешь, кто там, зачем ты так расфуриваешься гранатой. Вообще непонятно, где это... там, кто там. Ну вдруг, я дымовуху кинь хоть, я не знаю. Дымовуху, давай. Да беги в дом, наверное. Пойдешь до. О, тебя это. А, нет, нормально. Кто-то есть? Его не может убить. Давай, отстогай. Здание может быть где-то. Тебе надо снять тех, которые в здании. Напротив. А они там есть? Да вот справа, напротив здания. Ну я в это никого. Здание забежал. Это фриц? Нет, вот это. Ой, ты по своим не бей. Не, по своему бить не буду. У нас их немного. Так ты встал прям передо мной. Да. Сверху. Смотри на крышу. Побежит. Ох, откуда ты? Кто ты? Замуровать надо дырку. Да, так-то. Ты хитрые какие, да? Глупо. Ну хитрые, но только не продуманные вообще. Ой, не продуманные, ну, да, ни разу. Да. Ну они в тыл решили зайти, понимаешь? Тыл хотели зайти. Вообще гениально. Очень гениально. Хорошая идея. Ну да. Не, идея так-то хорошая. Плохая реализация. Вот. Надо было не прыгать сразу. Сначала нагнулся, так голову высунул. Посмотрел, ага. Вот, Марчелло строчит с автомата. И еще два человека. Гранату туда, все. Ну а нет, ну а нет. Нет, он прыгнул такой. Привет, подождите, сейчас я встану. Куда я потрону? Нету. Держи, спасибо. Ну, фрица мертвого спрашивает.
Не, я говорю, ее точно замуровать надо, эту дырку. Лаз этот. Ух, там фабрика, что ли? Лаз, фабрика ботов, да. Немецких фашистов. Смотри, какой, а? Не попадусь. А тут еще кто будет прыгать? Смотри, опять, смотри, что творится. Ну, этот я с одного удара. Что, может, дальше проходить надо? Или они так и будут на яре? Вон, смотри, еще один. Конечно, они тут не будут прыгать. Ты думаешь? Надо сюда мину заложить. Не будет. Вон еще один. Как не будет? Ну, они да, вон, походу, вон по той крыше и потом по коридорчику сюда спускают. А, нет, или вот сюда бегут. Пулемету. Нормально, все, проходи в дом. Дом, думаю. Я думаю, да. Ой, еще один, Марька. Молодец. Так, перезарядка нужна. Перезарядочка будет. Обязательно. И да. Аптечка. И аптечка возьму. Обязательно, да, тоже обязательно. Никого нету. Давай, давай. Так, чисто, да? Никого нет, все, стреляем. Все, все, много не трать патронов, просто чисто по цели. Один, второй, третий, просто выщелкивай. Не давай им такие пулять. Просто косячий огонь им делай. Нормально, нормально, нормально. Отлично, ребята. Купаюсь, нет? Да, вроде. А, да, все, танки еще пришли наши. Ничего себе. Давай, гоу. А как мы танки взяли, если мы с Нормандии пришли, переплыли? Как они мы танки взяли? Ну, там же, ты видел, у них какие штуки стоят? Патроны. По-моему, для того, чтобы они по небольшой глубине могли ехать. Да? Думаешь? Да. Ну, там же как бы океан, море, я не знаю. Ну, не знаю, я думаю, что да. Либо они приехали в Очкаково. Нет, не знаю, ну как тебе сказать, они же их... А, что же делать? Их, естественно, под это... До определенной глубины их подвезли, а дальше они уже сами доезжали. А, я понял. Думаю, так. Блин, отходи! Отходи! А что, его нельзя было в ствол вообще выставить? Красота! Молодец, Дэниелс! А? Так, ребята, идем за мной к точке сбора! Куда? А, понял. Куда, значит, да. Это кто там справа? А, наш. Он бабулька такая сидит. Ни одного немца нету. Угоняй, Шерман, и вперед. А вот Сусман, Марья, это пленные. Марья, где Сусман? Ладно, пожалеем вас. Вот он. И... Куда мне? А, блин, не туда. Перепутал дырку. А я думал, что меня не удивить. Он ведь поправится? Ага. Его хорошо подлатали. Надо было остаться на лодке. Вовремя понял. Быстрее его подлатали. Ну, как бы... Врачи. На расчете. Ну как-то. Прорвемся. Не знаю. До конца. Не успел дот один пройти. Или что пляж? Там? Его уже подлатали. Ну что у вас там перестрелка была, 2 минуты. Ты принят в первую кровавую. Далеко забрался от Техаса, парень. Первую кровавую. А, что это такое? Смертники, короче. А? Пехота бегут, наверное, потом впереди. Потом фоткает немцев. Никто из нас не был готов. Но ты сделал все верно. Спасибо, сэр. Я... Спасибо. Все будет хорошо. Да, сэр. Да, конечно. Вот такой вот первый бой, да? Жестко прям. Не знаю, кто решил, что это лучший способ освободить Европу, но я гарантирую одно. Утром на побережье их не было. Точно? Ладно. Операция Кобра, да? Кобра. 7 недель со дня высадки. Надо прорваться из Нормандии, и мы идем вглубь на захват Мариньи. Так мы получим контроль над дорогами и пройдем по Франции до Парижа. Освобождение близко. 7 недель они уже там тусуются. 7? Да. Получается, месяц и 3 недели. Надо прорваться из Нормандии, и мы идем вглубь на захват Мариньи. Ребятки, наверное, я думаю, мы на этом серию закончим эту. Миссия была та. Да, миссию прошли одну. Миссию прошли, а в следующей серии пойдем дальше. Да. Ну там посмотрим по времени, если
если будет быстро-быстро, если все быстро сделаем, то мы быстро и пойдем в следующую. Как-то так. Да. Ну, затравочная готова, ребят. Затравочная готова. Да. Первая серия готова. Все. Не забывайте комментировать. Ссылочка на плейлист в описании. Ставьте колокольчики, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и все прочее, ребятки. Все. Всем спасибо. Пока-пока. Пока.